Одно из главных событий этого года – чемпионат мира по футболу – проходит в 10 городах России. Ряд матчей принимает и Казань. Здесь проводятся 6 матчей. Футбольные фанаты из разных стран посещают самые интересные места нашего города. На главной улице столицы иностранные гости поделились своими впечатлениями от города. I'm surprised by how beautiful it is. All these buildings, the mosque and the Kremlin. It's just absolutely amazing. Yeah. I wasn't expecting that at all. It's a lot bigger as well, I think, than we thought it would be. Yeah. Помимо главного места фанатов Казань-Арены обустроена фан-зона у чаши. Там проходят концерты и трансляции матчей, которые можно посмотреть на больших экранах. Анна Глазунова, Эльсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз.